Ты, может быть, забыл, что мы встречаемся? Чего? Или, может быть, ты хочешь расстаться? В смысле? Почему ты постоянно используешь «я» вместо «мы»? Да я давно уже не использую. Да? Как ты объяснишь, что на твоем рабочем столе существует папка «Мои документы»? Это она еще не видела ярлык «Мой компьютер». А так пора ей напомнить про наш кредит.